В рамках празднования Дня России и Дня Северского района сельские и городские поселения представили тематические площадки «Курени». Глава района Андрей Дорошевский и его заместители посетили каждый из них. Начали с черноморского поселения. В греческом Курени гостям рассказали об античных мыслителях и творцах, культуре и обычаях. Молдавский Курень григорьевского поселения встретил делегацию яркими танцами и традиционной едой. Желающие могли попробовать мамалыгу, пештеку и плацинды, а также ознакомиться с убранством молдавского дома. Смоленское поселение представило Азербайджан. Для гостей подготовили тематические стенды и интерактивный урок по приготовлению традиционного хлеба. Ну и куда без восточных лакомств – пастилы, рахат-лукума, плова и сочных фруктов. Братская Республика Беларусь – страна с крепкими традициями и богатой культурой. А поэтому встретили главу района весело и красочно. Жители района могли посетить белорусский дом и узнать о быте народа. Ильское городское поселение показало гостям праздника «Родную Россию». Под веселые мотивы балалайки и баяна коллектив местного дома культуры исполнил русские народные песни. Величественную Армению представили в Северском поселении, Республику Адыгея в Эфипском. Гостям мероприятия рассказали о традиционной одежде адыгов и удивили колоритными танцами в исполнении детских творческих коллективов. Матушку Кубань показали сразу три поселения – Новодмитриевское, Калужское и Азовское. Гостей встречали как положено – с хлебом да солью. Рады вас встречать в нашем Новодмитриевском Курене. Кубань – это казачьи обычаи, широта южной души и щедрый урожай, вековые традиции и многогранная культура. Каждый курень символизирует национальность, проживающую в Северском районе, их быт и народный колорит. А все вместе они объединены под крылом одной большой птицы под именем «Россия».